think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня мега лютый тест. Хочу попробовать нашим атлантам. Я не знаю, какие там будут противники, зацепиться. В такой вот сборке с 10-м утеканием. Я уже его показывал. Он просто бешеный. У нас получается 50% сразу же отхил идет. Ну, фактически, то есть здесь 180 плюс. Там увеличение, то есть два раза, и тут 25% от хп, то есть он лям 700 у нас отхиливает легко. Так, сейчас я гляну, что у меня посмотрю. Самое главное, чтобы не было много воодушек и было за кого зацепиться. Так, поехали. 7 1 4 2. Отлично. Так, зеленый смотр. Ну, не знаю, сейчас попробую. Ой-ой-ой, нифига себе. Нифига себе, там Фрея пробивает. Офигеть. Это жестко. У меня даже столько отхила нету. Так, ну, как видите, он еще у нас станется. Вот, 1-740. Ну, в принципе, если он будет сейчас все время активировать Фрею, и она будет закидывать нам сюда, да, еще будет огонь. Самое главное, чтобы он не станился. Отлично. 22%. Плюс героя то, что у него есть щит, который там действует, если я не ошибаюсь, 7 секунд, по-моему, да, на максималке у нас. То есть его никак не пробить. Также он себя хилит обалденно. То есть, как видите, 50%, думаю, мы им должны нашатать. Самое главное, чтобы было где зацепиться. Вот, отлично. 52%. Блин, сейчас дойдем до Феникса. Феникс нас, наверное, просто тупо разгребет. Надо было со стороны Барда заходить. Это был бы лучший вариант. Но все равно 65%. Давай, 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 тащи. Ай-яй-яй, заблокировали. Чуть-чуть не хватило. 75%, ребят. Неплохо. Так, что, попробуем Анубисом юнитов убрать. Так, я не понял. У меня Анубис что, разве без воодушки? Вроде да. Ну, видите, раста. Вроде похоже на мою, с забором совсем. Ну. Хотя можно было юнитов, наверное, не убирать. Можно было Барда закидывать. Зря это сделал. Чтобы он резнул, атлант, думаю, бы добил. Так, рез есть. Отлично. Кстати, неплохая тема. Бард с этим, с атлантом, они вместе должны нормально контачить. Смотрите, его не могут слить. Офигеть. Изи просто. Да, неплохо. Это мне нравится. Так, тут у нас есть уже воодушки. Но зато у нас тут есть веселые ребята. Ну, сейчас попробуем, не знаю. Получится, не сразу же ушатали. Фрея заряженная хорошо. Значит, попробуем вариант. Такой вот. С Бардом. Бард у нас будет дополнительно давать отхил, включать щиток. Только надо было их, наверное, немножко еще раздельно закидывать. Ай-яй-яй, не катит. Сейчас попробуем. Надо попробовать космо вырубить. Видите, тут у нас еще хрон дополнительно бафает. То есть тут столько дамага. Значит, попробуем такой вариант. А со стороны Фреи. Ай-яй-яй, я Анубиса закинул, зря я.
Ну-ну-ну, Космо, давай. Так, пробуем сейчас резнуться. Космо, в принципе, убрали. Это зря я Анубиса закинул. Так, смотрим. Что-то мы тут половину героев разобрали. Что-то герои вообще ни о чем для дефа. Ну, Атланта вряд ли Фрея убьет. Под бардом тем более. Видите, там, где есть Фрея, вообще огонь. Она нифига себе проседает все равно. Анубисам зря юнита убрали, на них можно было бы держаться, и они бы набивали Атланту быстрее щит. Ну, то такое. Все-таки бардик реально тема классная. Во-первых, его сложно убить, во-вторых, он накидывает щит на Атланта, и того еще сложнее убить. Как видите, Атлант со своим отхилом просто тупо держится офигенно. Еще плюс бард нас тоже дает отхил. Так, 1,9. 1,23. Значит, осталось 1,23 и 1,9 потом. Так, что у нас? Что-то ни у кого нету воодушек. Одни фреи стоят. Что за фигня? Что за приколы? Ох, нифига себе, лям 800. Это жестко. Один и семь. Нифига себе. Сейчас попробуем тут задержаться. Выносит вообще нафиг. Да при том, что у нас такая такой деф. Офигеть. Ладно, загрим, значит, на этого товарища. Нифига себе, посмотрите, как Атланта она ушатывает. Ай, зря я поспешил, он его резнул. Да, жестко бьет. Атлант отлетает с тычки просто. Отхил нас даже не спасает. То есть дамага столько. Видимо, там на хороший дамаг собрана она. Без варианта вообще Атлантам здесь побегать. Фрея просто тупо сливает. Значит, попробуем такой вариант. Попробуем надебафить Анубиса. Хотя, что мы тут попробуем? Посмотрите на Фрея, она просто тупо сливает стычки. Пробуй, не пробуй. Нифига. Без варианта. Ну, на такую расту есть Минотавр. Так, еще один Космо пробуем. А что-то жестко дамажит. Еще и Стрелок. Нереально жесткий дамаг. Там, где Зефир с воодушкой, можно пробовать как вариант делать. Хотя тут Стрелок есть. С истинной верой. Забирает энергию. Вообще нифига. Видите, в этих, которых 1.2, 1.3, деф на порядок круче.
А тут еще и блокировочка, смотрю, есть. Опасно, опасно. Это очень опасно, ребятушки. 60% мы уже нафигачили. Да, это шанс слива, ребята, максимальный, так чтобы вы все понимали. Да, тут без вариантов. Тут просто без вариантов. Смотрите, его убить не могут, и он не может набрать энергию. То есть он, соответственно, резнуть не сможет. Интересно, что же он энергию не может набрать? Вроде там такие суперпаты, которые не дают. Очень странно. Смотрите на смотр внимательно. Смотр тоже не активируется. А вот по чуть-чуть набирает. Очень медленно набирает он. Блокировочка. Видите, мы попали как раз на эту, на Огника, либо Фрей, у которых стоит блокировка. Очень сложно набирает энергию. Ну что, он резнет? Резнул. Красавчик. Ну-ну-ну, Дрейк, давай! Атлант 95%. Все, это потолок, видите, не хватило. При том, что у нас даже его ушатали. Фига себе. Да, блокировка спектр, реально кайфовая тема. Так, ну что, пробуем эту тактику здесь. Тактика галактика. Тактика сливунов. Тут сложновато, пока мы юнитов сейчас не уберем. Нету смысла выпускать этих. А там, кстати, Барду не дадут зарядиться. Тоже блокировка. Я вижу, все блокировку спектр поставили. Очень кайфовая тема. Вообще супер. Спектр тащит реально. Идем сейчас этого топа убьем, потом вернемся сюда. Так, ну тут у нас Атлант, думаю, должен соло тащить. Фрейка есть, отлично. Ну, посмотрите, вот здесь в рейд 120к всего лишь пробивает. Здесь она вообще не помеха. Самое интересное, что стычки сносит цеп. Атлант против божества. Интересно, кто кого. Как вам Атлантище такой сборки? Жесть. То чувство, когда старенький герой реально, реально тащит. Ну, видите, там, где нету воодушек, это не дев на сегодня. Без воодушевлений, просто изи. 100% соло. Даже обидно, что мы там слились, видите, чуть-чуть не хватило. Я тут сейчас тоже сольемся, скорее всего. Блокировки. Блокировки — это реально тема. 50%.
Давай, Атлантище, тащи. Эти атланты сливают очень быстро. И мы юнитов не убрали. А без убранных юнитов, к сожалению. Вот то, о чем я показывал в прошлый раз, где-то похожий деф. Единственное, я бы космо убрал, поставил все-таки землеройку сюда. То есть 50%, все, дальше мы уже нифига толком не сможем сделать. Парт не заряжается, то есть у него забор энергии. Ну а эти нифига сделать тоже не смогут. То есть все. И в данном случае, если даже у вас будут ресы, вас просто заблокируют. Уменьшение за счет Фобоса. Он не дает набирать стрелок. Ну и плюс, конечно же, спектр. Ну, здесь мы в данном случае спектр не активируем. Мне вот странно, почему смотр сейчас не заряжается, когда атакуют. Раньше, по-моему, он заряжался, когда герои атаковали. Сейчас, получается, смотр не заряжается. Очень странно. Но, может, это и правильно. В общем, такие вот дела, ребят. Два слива у нас сегодня, но зато мы потестировали Атлантика. И, в принципе, в некоторых моментах он реально веселый и кайфовый герой. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.